Новые проекты в образовании Чувашии с федеральной поддержкой. Совместные планы сегодня обсудили в Рио глава республики Олег Николаев и депутат Госдумы России Алена Аршинова. Алена Игоревна входит в комитет Госдумы по образованию и науке и курирует эту деятельность в партии «Единая Россия». Нам всем важно очень четко взаимодействовать. Мы планируем в этот процесс активно вовлекать всех представителей республики и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Соответствующие контакты уже начались. Мы с вами сделали очень много на площадке Государственной Думы совместно для того, чтобы укрепить сферу образования и влить большое количество федеральных денег. Эти федеральные средства расходятся в регионы большим количеством, и Чувашская Республика не исключение. Более того, Чувашская Республика по ряду показателей лидирует, особенно вот по части детских садов. Чтобы федеральных средств стало больше, надо детально прорабатывать проекты на местном уровне. На это и будет направлена дальнейшая совместная работа.